Партнер проекта – управляющая компания «Техкомфорт». Права и обязанности у всех одни, без разницы, какое помещение находится у вас в собственности. Жилое или нежилое, зачастую камнем преткновения становится парковка на придомовой территории, когда с владельцев коммерческой недвижимости пытаются получить плату за пользование, по сути, общим имуществом. Это незаконно. Въезжать на территорию и пользоваться парковкой собственники нежилых помещений могут на общих условиях. Правда, есть одно ограничение. У нас есть СНПИН. Правила содержания территории дворов жилых домов, вот, согласно которому в том числе запрещается разгрузка со стороны двора транспорта как раз вот таких предприятий различных. И, соответственно, в данном случае, если территория, допустим, огорожена, то в любом случае со стороны двора, да, со стороны подъездов, транспорт магазина, допустим, он подъезжать и производить там разгрузку товара, допустим, не может. Для этого должно быть оборудовано у них отдельное место, то есть отдельный вход. При этом организация подходов и подъездов не требует дополнительного согласования собственников многоквартирного дома. Разрешение может потребоваться в случае размещения каких-либо конструкций, в том числе и рекламных на фасаде здания. К примеру, если предприниматель решил смонтировать вывеску на стене, это одно условие, на балконе или лоджии – другое. Здесь владельцу этой рекламы необходимо договориться только с одним конкретным собственником. Если это размещается на стене многоквартирного дома, то, соответственно, для такого размещения должно быть получено согласование на общем собрании собственников, где должны утвердить место размещения, да, согласовать все условия, определить стоимость этого размещения. Ну и, соответственно, только после этого владелец рекламы он имеет право ее повесить. Облицовка фасадов и входных групп не требует дополнительного разрешения собственников. Правда, может потребоваться согласование с администрацией. Но это опять же в том случае, если это приводит к существенному изменению облика здания. Во всех остальных случаях никаких различий нет.